А в Германии подвели итоги двустороннего сотрудничества с Казахстаном. В политических и деловых кругах ФРГ считают, уходящий год был важным и результативным. Запомнился 2019 прежде всего первым официальным визитом Касым-Жомарта Токаева в Германию, в рамках которого был подписан пакет документов на сумму более 2 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что визит казахстанского лидера придал дополнительный импульс развитию казахстанско-германским отношениям. Итоги сотрудничества подвели на торжественном приеме в Берлине, посвященном Дню независимости Казахстана. Поздравили нашу страну с 28-й годовщиной депутаты Бундестага, представители МИД Германии, бизнесмены. Изюминкой вечера стал концерт. Наши музыканты исполнили знаменитый Кюй Курмангазы. В двусторонних отношениях между Казахстаном и Германией в части экономического сотрудничества наступил новый этап. Во время визита президента были подписаны контракты и соглашения на сумму 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Эта цифра в первую очередь говорит о растущем интересе со стороны Германии. Мы и далее намерены активно работать. Мы заинтересованы в немецких инвестициях и новых технологиях. Нас связывают дружеские и тесные отношения с Казахстаном. С экономической точки зрения, в том числе, Казахстан играет важную роль для Германии. Мы рады, что президент Токаев посетил Германию с официальным визитом. Мы обозначили новые задачи в сфере технологий, исследований и парламентском сотрудничестве.